А Вася снимал. У меня будет скоро второй. Будешь снимать? Да? Можно? Да? Ну, я хочу. Сколько людей? Сколько у меня глаза? Чего? Там руку вот так выставила, я руку выставила, мяч вот сюда. Я и сказал, ну ты так реагируешь спокойно. Надо... Кто вы кричите, это самое, вас не остановить, тут гол забил, это самое хорошее. И ей свистнули, она развернулась и ушла. Она обиделась просто. Как день рождения? Прошел? Скромно? Да, третье место. Очень скромно. Не шиковали там? Не знаю, вчера я думал подождать, потом смотрю, вы празднуете, там цветы, салюты у вас. Модена пытался сделать. Да. Просто дело даже не в деле, просто естественно. Я думаю, надо назвать Nissan. Смотри. Nissan? Звездочка. Нет, надо как-то из Гарри Поттера. А кто там был из Гарри Поттера? Вот этого рыжего, как звали? Рон. Рон. Давай Рон. Рони. Ронечка. Это Рони. На китайском исполнил. Понимаем, что мы? Ой, я же говорю. Очень надо. В следующем году опять куда-то полетим, и она нужна будет, эта бумага. Что ж такое, где Мария? С эвкалиптом, точнее. О, это моя любимая. The beautiful.
Алло. Нет, смотри. Давай. Я же смотрю. Блин, снова знаю. Забейте просто номер рейса, и вы зрите, сколько нам людей. Гений. Давай. И всем привет, дорогие друзья. И всем здравствуйте. А ты чё? Я маме звоню. Короче, я думаю, нам 12. О, всем привет! Это наш влог. Это наш влог. Да, мы в сборной России. Сегодня мы вам покажем наш долгий перелет до Парагвая. Да, это будет очень сложно. Да. Мы еле как пережили это. Но мы все-таки долетели, да. В будущее уже смотрю. Маме привет, кстати. Да. Мама, я в телевизоре. Мам, я тебя люблю. Все. Можно заканчивать? Привет. Лена Николаевна, здравствуйте, со мной все хорошо, я вот в аэропорту сижу. Вот. Александр, со мной тоже все хорошо. Я вас люблю, целую, обнимаю, все за вас. Все, давайте переход. Переход. На Ульяну. Не вопрос. Мы в одной гостинице живем. Да. Все, подойдем. А, кому еще, да? Спирин. Где Юля? Мой нос не поместится в камеру. Сбоку. Нет, почему поместится? Он просто закроет все в пространство. И там ничего не будет видно, как будто ее снимают. Да. Заставка приветственная. Там есть «Добро пожаловать». Наш Кремль. Но русского нет. Ну, надо-то и китайский. Короче, обидно. Хотя нужно изучать иностранные языки. Нужно саморазвиваться. Ну вот самое время. Посмотреть «Гарри Поттера» на английском. Когда бы ты еще посмотрела «Гарри Поттера» на английском? 14 часов, ты можешь все части вообще посмотреть в легкую. Без сна. Без сна. Зачем тебе спать? И все как в первый раз просто. «Гарри Поттер» на английском. Ну, проработка проблем. Волк пей.
пища. Да здорово. Что ж такое? Пища прохладна. Пища продолжает идёт. Пища прохладна. Поменьше. Заливное. Поменьше, да? Поменьше. Желе. Прохладное поменьше. Продолжай. Желе. Кровать. Пара подушечек. На пальцах жвачку. Сказал вообще ерунда. Два раза дотекли зайти. Нам сказали, что еще. Сейчас свечки стоят сейчас. А, это USD, это доллары? Дня вопрос. Давай, я не знаю, где. Пойдем дальше еще. Мне нужен сувенир. Да потом. Да ну когда потом? Так Парагвай это не Бразилия. На обратном пути мы еще так же летим. Так же летим? Короче, нашли кого-то мужика русского, он нам купил. Ну так вот русские помогают друг другу. Россия. 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 Это тебе на память. Спасибо, подруга. Подарок на день рождения мне, да? Да. Я тебе ложку. Это за ложку. Давай, обратно замотаем. Для контента. О, давай на фоне этого вот так. На фоне пакетика. И цены. Нет, цены не надо. Цену скрою, закрою пачку. У тебя маникюр свежий? Ну, такой двухнедельный. Просто сейчас, в сторону свет. Сейчас, тихо-тихо, я знаю пароль. Вы тоже теперь знаете. Опять спалила мой пароль на всех. Блин, даже пальцы жирные после такого перелета. Russia? Я не шучу, тихо. Ну да, кстати. Ну, блин, конечно, он на гриле. Пожарила. Ну, ты прямо сейчас пачку. Вообще фольгу нельзя. Фольге, надо в пергаменте. А что вот это? Он пиши. Типа от фольги там что-то плохое. Ну, короче, это все остается скапливаться. Да, понял. Напиши ему. О, Ник, давай мы тебе такой купим наряд. Смотри, какой крутой. Добби. Не, мне миньоны. Это вот линки подойдет 100%. Она, тем более, девчонка стеснительная, сниматься не любит. Да, Лина стесняшка. Лина очень стеснительная. Я на такие не занимался. Хорошо, что
напомнить, что так возможно.